мамочки моя родная! Свеженький, гладенький, оп! Еще ни о кем не обкатанный каток на Амуре наконец-таки открылся, друзья! Ой, тормози! Запоминаем все самое важное. Каток работает в среду и в пятницу с 4 до 8. В субботу и воскресенье... Ой! С часу до 8. Если у вас есть свои коньки, то вы молодец. Платите 100 рублей и катайте сколько хотите. Если нет, то отправляемся в прокат. Берем 150 рублей, отдаем 150 рублей, но еще отдаем свой паспорт или 3000 рублей залога. В общем, разберетесь. Ну и что самое главное, техника безопасности. Не торопитесь. Клюшки, мячики и шайбы с собой тоже нельзя, пока массовое катание. А днем, когда никого нет, пожалуйста, приносите, отдыхайте в свое удовольствие. Расскажите нам, вы просто на каток ходите как любитель или, может быть, вы в прошлом спортсмен? Нет, мы сами катаемся, уже и на, весна, лето, осень на ролике катаемся, вот, возле горпарка. А зимой здесь собираемся, катаемся. И вот так вот это все вы самостоятельно научились? Сами учимся. А дадите совет для наших зрителей, как научиться так же кататься? Желание, чтобы было, терпение, ролики, чтобы были, если весна-лето, и коньки, если зимой. А расскажите, пожалуйста, вы как любитель или, может быть, где-то занимались, учились этому всему? Я любитель, но катаюсь уже больше 10 лет. Ого. Мне кажется, вот таким любителям, которые катаются больше 10 лет, нужно уже новую какую-то категорию присвоить. Мы с Амур-Инфо обязательно что-нибудь для вас придумаем. Сколько и куда денег заплатить рассказали, а то, что можно расплатиться картой, наконец-то, не рассказали. Но лучше всегда с собой носить старую добрую наличку, ведь бывает, что терминал не работает. А еще, увы, в этом году не работает буфет. Поэтому с собой возьмите термосочек со вкусным чаем и проведите время вместе с семьей и друзьями здесь, на Амуре. Чё надо? Одно падение за все катание. Это удача. Все, пока.